Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. В Туву пришли крещенские морозы. Сегодня утром температура воздуха в Кызыле резко опустилась до минус 45 градусов. По данным регионального гидрометцентра, морозы простоят в Туве до 24 января, а столбик термометра опустится ниже минус 48 градусов. В связи с понижением температуры наружного воздуха региональное управление МЧС рекомендует жителям республики соблюдать меры безопасности, воздержаться от длительного пребывания на улице, а самое главное – не оставлять без присмотра детей. Напомним, что при минус 40 градусов в школу могут не ходить учащиеся начальных классов. Учебные занятия школьников с 1 по 9 классы отменяются при минус 41 и минус 42 градусов. И с минус 43 и ниже уроки отменяются у всех классов. Однако ученики выпускных классов могут посещать занятия, но только с письменного согласия родителей или законных представителей. Также госавтоинспекция Тувы настоятельно рекомендует в сильные морозы не рисковать и по возможности воздержаться от дальних поездок. В минувшие выходные в Национальном театре Тувы прошло торжественное закрытие года молодежных инициатив с подведением итогов конкурса «Инициатива года». В фойе театра развернулись презентационные площадки, где активная молодежь продемонстрировала свои достижения за прошлый год. Так, члены Совета молодых врачей республики и волонтеры-медики продемонстрировали правильное пеленание младенцев, чистку зубов и оказание первой медпомощи. Кроме того, здесь же можно было пройти и УЗИ щитовидной железы. Вот это щитовидная железа. Вот это вот. Сейчас посмотрим. На конкурс «Инициатива года» были представлены такие проекты, как школа робототехники при Тувинском госуниверситете, пульс времени ансамбля барабанщиков «Медехан» и Тувинского национального оркестра, информационный проект «Сердце Тувы», приют для бездомных животных «Хатика» и другие. Лучший социальный проект года награждается. Проект «Приют для бездомных животных «Хатика». Членом общества защиты животных «Хатико» Муровина Анна Геннадьевна. В конце торжественного мероприятия глава Тувы Шалбан Карол предложил ввести в традицию подведение итогов. 20 января после тяжелой продолжительной болезни на 69-м году остановилось сердце ветерана тувинского телевидения и радио высшей категории Ольги Малановой. Ольга Алексеевна Маланова – первый тувинский диктор телерадиовещания и являлась одной из самых ярких представителей средств массовой информации Тувы. За несколько лет она проделала путь от рядового диктора радио и телевидения до одного из главных лиц тувинского эфира. Работала в студии радиовещания с 1970 года и на долгие годы определила стандарты вещания, которые остаются актуальны и по сей день. За время творческой карьеры ею подготовлены сотни программ, рассчитанных на самую широкую аудиторию. В последние годы Ольга Алексеевна Маланова вела мастер-классы для молодых дикторов и ведущих программ гостелерадиокомпании «Тыва», преподавала основы грамотной речи в эфире. За многолетнюю и добросовестную работу награждена почетной грамотой Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию, присвоено почетное звание «Заслуженный артист Тувинской АССР» и ветеран труда. Уход из жизни Ольги Малановой является невосполнимой утратой для тувинской журналистики. Прощание с Ольгой Алексеевной Малановой состоится 24 января в ритуальном зале «Память» с 9:30 до 11:30 утра. Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества. Агентство недвижимости «Мир квартир» отметил свой 10-летний юбилей и организовал праздничную встречу клиентов. В частности, были подведены итоги акции по ипотечному кредиту. 25 человек. То есть это те клиенты, которые уже купили квартиру через наше агентство, подали заявку через наше агентство и купили квартиру. Также оставаться лидерами на рынке. Вот. Ну и очень много планов. Так, в честь праздничного события денежными сертификатами поощрили лучших сотрудников. Также в ходе мероприятия стало известно имя победителя акции. И поздравляем вас, Шаран. Держите ваш приз.
Всего вам хорошего в новой квартире. Ждем вас. Развлекательная программа и огромный торт в корпоративных цветах не оставили равнодушным никого. Отмечается, мир квартиры с 2007 года успешно работает на рынке недвижимости. Главным критерием компании является индивидуальный подход к каждому клиенту. Ноября 2017 года кафе «Чикенс» объявлял ежегодную новогоднюю акцию. Правила были совсем простые. Нужно было покушать на 700 рублей, а чек опустить в волшебную коробочку. Сегодня будут разыграны подарочные сертификаты и главные призы – 3 гироскутера. Чеки собрали воедино из других филиалов «Чикенса» по адресу Щетинкина-Кравченко, 37, Дружбы, 151 и Калинина, 10Б, где мы и находимся. Я настроена на победу. И надеюсь, что выиграю какой-нибудь приз. Сначала разыграли 9 подарочных сертификатов в кафе «Чикенс» в размере 1000 рублей. Далее 6 сертификатов в магазин «Алчей», также на сумму 1000 рублей. И, наконец, 3 гироскутера. Обладатели были очень рады и не ожидали, что получат такой ценный приз. И вот они, наши счастливчики, обладатели гироскутеров. Мы вас поздравляем! Всех победителей поздравляем с победой, а те, кто остался в стороне, не отчаивайтесь. В следующий раз удача вам обязательно улыбнется. Приходите в кафе «Чикенс» за горячим обедом или вкусным ужином. Здесь вам всегда будут рады. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. Компания «Отличные наличные» – старый друг надежнее, чем 10 новых. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Днем местами небольшой и умеренный снег, на дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью минус 41, минус 43 градуса, днем минус 32, минус 34. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма.